Она, видите, она идет к еде, она хочет кушать. Я предупреждала, что она сама не ест. Вы ее выгоняете? Еще и подталкиваете? Это кадры с видеокамеры, которая установлена в стенах частного детского сада. О том, что с ребенком происходит что-то неладное, родители заподозрили 4 мая. Девочка плакала и не хотела оставаться с воспитателем. Решили чуть пораньше забрать ребенка. Это было где-то там 15:15. Я написала в группу воспитателю о том, что мы заберем ребенка. После этого мы приезжаем в назначенное время. Там, получается, железная дверь. Мы открываем ее ключом от домофона. Дальше дверь идет в группу. Она заперта. Никогда такого не было. Но, тем не менее, мы видим, что дверь заперта, и ребенок орет. Мы понимаем, что это наша дочь. Причем она не плакала, не хныкала, а действительно орала. Мы испугались, начали долбиться в дверь. Муж пытался ее выломать. Ничего не получилось. В итоге через 10 минут плакал ребенок. Она открыла с испугом. Глазами. Мы забрали сразу ребенка. Я спросила, почему плакал ребенок. Она говорит, что я не знаю. Я не знаю, не знаю причины, не могу его успокоить ее. По дороге домой родители девочки решили, что в этот детский сад они больше не поведут ребенка. Вечером, когда мама стала переодевать дочь, на ее теле обнаружила синяки. Об этом она сразу сообщила в чат группы и заведующей детским садом. Она не понимает, в чем дело, что она безгранично доверяет воспитателю, что все замечательно, она не могла, но там действительно воспитатель не производит впечатления человека, который может ударить ребенка, это правда. Дальше мне мамочки там с этой же группы говорят, так там же есть камера видеонаблюдения. На следующий день родители приехали в детский сад, чтобы отсмотреть видео. Ребенок находится в слепой зоне, но там положена одеялка, видно, и что ножка лежит на одеялке. Я говорю, хорошо, как ребенок вообще получил вот такие синяки страшные, просто болтая ножкой. Дальше я начинаю просматривать видео и понимаю, что это просто... эти кадры, они повергли меня в шок. Я сидела там, пила корвалол. Мне было очень плохо. Она, понимая, какая ситуация и что она действительно влипла, начала меня провоцировать и говорить, ударьте меня, сделайте со мной все, что хотите. Прям подходила и вот чисто физически меня провоцировала, видя, в каком я состоянии. Со слов мамы девочки, на видео воспитатель дергает ее дочь за руки, толкает, замахивается, не дает есть с другими детьми. После увиденного родители ребенка твердо решили, что напишут заявление в полицию. Однако воспитатель стала присылать семье голосовые сообщения с просьбой этого не делать. Еще раз прошу вас извинения. Хотя что такие извинения? Слова просто. Я не знаю, что такое произошло. Вот честно вам могу сказать. Я с ужасом смотрю на все это. С большим ужасом. Я даже не ожидала, что вот этот монстр сидит во мне. Вот просто монстр. Другого слова я не могу найти. Заведующая частным детским садиком уверяет, что подобное в их стенах за 7 лет работы происходит впервые. Я со спокойной душой предоставила ей все камеры. Она в течение 6 часов сидела, все просматривала. Вот, и сделала себе вот нарезку из этих. На камерах оказалось, что то, что вы видели. И я это сама увидела тоже на камере первый раз. Если бы я это увидела раньше, когда-либо, за все полгода работы, естественно, этот человек уже бы не работал у нас. Но я не видела этого никогда. Никогда никакого замечания не было в ее сторону. Вот в чем проблема. Воспитательницу уволили в тот же день. Родителям вернули деньги за первые 10 дней месяца. Еще одно условие мамы пострадавшей девочки, чтобы камеры в стенах садика работали онлайн. И каждый родитель мог отследить, как обращаются с их ребенком. Я почему не осталась равнодушной к этой истории? У меня есть личный контекст. Я прочитала оправдание воспитателя, бес попутал. Вы знаете, в моей жизни была такая история насчет бес попутал. В силу своей общественной работы я проверяла условия содержания следственно арестованных. И это было много лет назад, это было 5 лет назад, когда я проверяла условия содержания убийцы малолетней девочки. Такая резонансная была история. Знаете, что он сказал? Бес попутал. Понимаете? Где та грань между бес попутал и ты ударил ребенка, и бес попутал, ты его убил? Это нельзя оставлять безнаказанным. И если мы будем молчать об этом, то оно все дальше и дальше будет продолжаться.
В отношении воспитателя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей заведено уголовное дело. Идет следствие. Для своей дочки родители нашли новый детский сад. Благодаря сейчас нынешнему воспитателю и садику, в который мы ходим, ребенок восстановился более-менее из видимого. То есть мы сейчас будем еще ходить к психологу. Хотим просто удостовериться, что не осталось каких-то последствий после вот такого стресса. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.